В Азербайджане ожидается подписание распоряжения о помиловании. Это надо для того, чтобы вкусить с полной силы победу, заявил член совместной рабочей группы по правам человека Навела Джафароглу. В канун праздника Новрус в Азербайджане ожидается подписание распоряжения о помиловании заключенных, заявил член Госкомиссии по правам помилования при президенте Азербайджана, президент фонда исследований Конституции Алимамед Нуриев. По его словам, в ближайшие месяцы в стране также может быть принят акт амнистии. В тюрьмах очень много лиц, которые хотели бы пойти на фронт. Мы, правозащитники, хотим, чтобы были выпущены все. Думаю, что президент сделает исключение и выпустит многих заключенных, отметила Джафароглу. Думаю, что помилование будет, потому что после такой победы, я считаю, и мы все считаем, правозащитники, что большое помилование дало бы народу еще импульс к тому, что мы вот эту победу вкусим с полной силой. Поскольку очень много людей, которые в тюрьмах тоже хотели все на фронт. Я знаю очень много ребят, которые говорили, что отпустите нас на фронт. И я думаю, что президент сделает исключение и выпустит очень многих. Мы бы вообще хотели, чтобы выпустил всех ребят, которые по политическим мотивам были арестованы. И я считаю, что это будет.